Идем. Идем.
spot. Следов не видно. Продолжаем искать. Вижу их прямо тут. На связи. Мы почти уже вернулись сил камерами, но нас прижимает РДА. Попробуем от них оторваться. Держи ухо востро. Посадка может быть жесткой. Тебе удалось то, на чем многие погибли. Но не обольщайся, я тебе не доверяю. Рене Харпер несет твою сон-камеру. Найди его. От тебя толку больше нет, человек. Человек? Насколько я помню, у меня синяя кожа. Лишь дух имеет значение. Твой дух человека. Тебе не стать одним из нас. Ступай. Черт! РДА отправили драконов! Снизу они уязвимы, но отсюда у нас все равно ничего не получится. Посмотри, чем сможешь помочь! Подняться повыше.
пришли? Здравствуй, сноходец. Что такое? Кто ты? Я Тахиса Нуме, духовный вождь клана Типани. Ты в безопасности. Харпер. Рена Харпера спасти не удалось. Не понимаю. Твое человеческое тело мертво. Ты теперь Нави. Никогда он не будет Нави. Он родился среди небесного народа. Он всегда будет одним из них. Все кончено, Бейдамо. Им нельзя верить. Довольно. Больше ни слова об этом. Нас ждут важные дела. Все идет слишком быстро. Не могу понять, что происходит. Мое человеческое тело мертво? Но тогда матриарх Типани? Тахикса Нуме? Она... Не знаю, что она сделала, но она спасла мне жизнь. Каким-то образом она перенесла мое сознание в аватара. Навсегда ли? Это вообще имеет смысл? Взявшись за эту работу, я понимал, что на Землю уже не вернусь. Но такого не ожидал. Вот и начинаю все сначала.